Всем привет, меня зовут Люцис, и сейчас мы отправимся на рейд. Как видите, репутация у меня 196, после этой будет 198. И получается уже следующий, через два рейда, у меня будет максимальная репутация. Посмотрим, какую базу мне покажут на этот раз. Не пайн. Ну не знаю, посмотрим, что с этой базой. Интересно, она неинтересная, большая, маленькая. Да, выдались некоторые проблемы с броней. Не стал я одевать военную или спецвойск, потому что у меня ее осталось мало. Одел вот эту. Так что придется чуть-чуть побегать. Так, что у нас? А вот это уже попахивает читерством, если все. Насколько я знаю, вот чоппер и АТВ нельзя ставить просто на землю. Нужен пол второго уровня. Не просто первого, а второго. Ну это... Или даже третьего. Короче, каменный, по-моему, пол нужен. Блин, ну как так-то, а? Ну что это такое? Ладно, возьмем фишку, посмотрим, что еще на этой базе не так. Так, вот. И здесь сундуков на самом деле не вижу. Вот тут вроде как радио есть, но сундуков я на этой базе не вижу. Вот с этой стороны, да, попробуем тут открыть. Если что, потом воспользуюсь второй фишкой, если прям надо будет. Да, походу сундуки все вот здесь были, с этой стороны. Пацаны. Ну, давайте я побегу сейчас чуть-чуть, чтобы меня не убили сразу. Так, все, толстячки пришли. Жалко, тут нет кольев. О, так я. Давай сюда. По очереди заходим. Заходим. Да, заходите. Я разрешаю, заходите. О, молодец. Возможно, следующую орду как-нибудь закрою в этом вольере. Не факт, конечно, что получится, что они меня не заблочат там же внутри. Но попробовать стоит, думаю. Итак. Первый сундук мы сломали. Открой все остальные. Давай, тогда попробую вас все-таки закрыть вот здесь, наверное. Да, господи, заходите. Ладно, по одному буду фигачить. Они не хотят сюда заходить особо. Ну, сезам, откройся. Молодец. О, двое зашли. Ты че? Блин, нет, заблочили, ладно. Ладно, уже добью, хрен с ним. Ну, этих так можно уже уделать. Отходите, катаны на всех хватит. Так, идем дальше открывать. Посмотрим, что за лут в этих ящиках. Если здесь найду все, что мне нужно, то взорвать вторую половину смысла нету. Там, скорее всего, просто станки для переработки или там что-то всякие, там радио, все такое. Не думаю, что там... Пацаны. Можно как-то вас закрыть здесь? Нет.
Давайте сюда. Нет, судя по всему, сам проще всего закрыть первую орду. Потому что там нет толстяков, они не блочат двери. Так, берем наш ВСС и фигачим. Ну. Входим, нет? Так, вся морковка закончилась, и, в принципе, все три волны я отбил. Теперь можно спокойно пооткрывать. Вот я что-то не подумал, если тут будет какой-то топовый лут, я не смогу умереть и унести это все обратно, все домой. Начнем с крайнего. Так, у меня фишки в руках же нету, да? Классный пустой ящик. Тут еда, тоже хорошо. Пустой ящик. О, катаночка, разрушитель, кувалда, топорик, неплохо, неплохо, уже что-то, кожа, как всегда мне это надо, все надо, забираем, 4 талона я тоже возьму, 15 аптечек, 18 таких аптек, бинтов, так, что, талоны зеленые я брать не буду, потому что у меня их уже очень-очень много. Так, ладно. Пойду положу все это добро в чоппер. Не все, конечно, но чуть-чуть можно положить. Вот это, например, вот это, например, и вот это. Так, здесь залью. Теперь смотрим, что еще в этом ящике есть. Ну, вот это 20-40 железа я заберу обязательно. Это я ткань, наверное, тут оставлю. Аптечки можно вот так положить. Забираем, значит, что мы забираем? Вот это заберу. Вот это заберу. Здесь пока все. Ну и последний ящик. И смотрим, что там. Такое себе. Так что я забрал? Не то забрал. Одну канистру пойду ее в чоппер залью. Вот меня тянет взорвать вот это все. Но я, скорее всего, так и сделаю, но уже в ближе к концу. Сейчас все залутаю и бомбану там все-таки. Пусть приходит громила, пофигу. Если там, мне кажется, ничего нет. Я вот больше чем уверен, что там ничего, кроме станков, нету. Так, батарейки я возьму. Реки я возьму. Вот так сделаем. Пружины стоит взять, наверное. Хотя. Ладно. Вот сишка у меня уйдет. И что я заберу? Гвозди, наверное. Или микросхемы. Или вот эти ключи. Не знаю. Ладно. Была, не была. Ну, как я и думал. Видите, здесь ничего такого нету. Больно. Больно. Так. Ну да. Здесь просто станки для переработки. Тут у нас больше ничего-то и нету. Ладно, ребят, вот такой вот был рейд. Не сказал бы, что прям очень плохой или что-то в этом роде. Ну, конечно, не мечта рейдера. Ну, так себе можно пожить. Конечно, это не должно попадаться на репутации в 190, почти в 200 пунктов. Это очень-очень плохо. Ну, так себе, ну, рейд, скажем так, удался, можно сказать, наполовину. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.